Как ваше самочувствие? Трубка не мешает? И давление измерит, и добрым словом утешит. Разина Хусаинова – медицинская сестра отделения реанимации РКБ. В профессии 18 лет. На ее счету более 200 здоровых и благодарных пациентов. Признается, секрет успеха – любовь к своему делу. Все же мы с детства мечтаем делать уколы, играем в куклы. Вот. И у меня такая же мечта, можно сказать, осуществилась. Она знает ход каждой манипуляции, понимает врача без слов и умеет работать в команде. Ей доверяют самых сложных пациентов. Выдержка, трудолюбие и многолетний опыт только восхищают коллег. 18 лет она честно выполняет, добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. Ее очень любят пациенты, с ней любят работать врачи. Хозяйка медицинской кухни, так отзывается о них доктора. С медицинских сестер начинается порядок, уход после операции. И именно от их профессионализма зависит выздоровление пациентов. Медицинский персонал играет большую роль в нашей работе, потому что от них зависит очень многое. То есть лечение больных в основном ложится на их плечи. Такая работа – одна из самых ответственных и требует полной самоотдачи. Ведь каждому пациенту нужен свой подход. Взамен – их благодарность и любовь. Алина Мусина, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.